Володимир Бистряков. Народився 13 грудня 1946 року у Києві. Композитор, піаніст, телеведучий. Автор відомих пісень «Куда уїхав цирк», «Мір без чудес», «Леді Гамільтон» та багатьох інших. Написав музику до більш ніж 50 художніх та мультиплікаційних фільмів. Визнаний майстер анекдотів. Одружений. Має двох доньок та двох синів. Вы автор многих популярнейших песен, автор музыки к прекрасным и кинофильмам, и мультфильмам. Но первый такой успех – это 82-й год, по большому счету, да? «Куда уехал цирк» Валерий Леонтьев. Да. Как эта песня попала к нему, почему он ее стал петь, и как она стала хитом? Вот как она стала хитом, это, говорится, это загадка, потому что вот я слышал мнение таких людей, допустим, как например, Паулс, там, допустим, или как Резник, которые утверждали, что они по написанию этой песни они не представляют, хит это будет или не хит. А вот что касается Леонтьева, значит, была такая история, это совершенно такая тоже непонятная, потому что я для него приготовил несколько песен. Таня Миллер сказала, что она меня, так сказать, работала в музыкальной редакции телевидения, что она меня с ним познакомит. Ну, в нужный момент я подъехал, привез километр этой пленки, значит, и кручу там, значит, прокручиваю пленку. И вдруг он где-то в какой-то момент я раз, а там идет аккомпанемент этой песенки детской такой, которую мне заказала детская редакция. Ирина Матвеевна Талалаевска. И она мца-мца-мца-мца-мца. И вдруг Валера говорит: «Стой, а что это за песня?» Я говорю: «Да, это песня, детская песня, это женская тональность, тебе высоко, давай я тебе сейчас покажу». Он говорит: «Не-не-не-не, стой. А ну давай мне напой». Ну я как мог напел. Он говорит: «Завтра будем писать». Я говорю: «Валера, как писать? Тут нужны целый ряд моментов, там, документацию, фирмы, все. Не было частных студий, не было. Было все такое. Дом звукозаписи. Дом звукозаписи. Прорваться было туда трудно. Я руководил записью Богатикова, стоя за решеткой, с улицы. Потому что меня, как не члена Союза композиторов, не пустили. Не пустили. Богатиков со мной советовался, я стоял за решеткой. Даже были такие вещи, да. Это были репрессии со стороны, так сказать, сталинских соколов. Союза композиторов Украины. Вот. И, значит, ну, правдами-неправдами, короче, на завтра пробили запись. И ровно где-то в 3 или в 4 часа ночи вдруг раздался звонок, Валера звонит мне, говорит: «Я не могу заснуть. Эта песня у меня, говорит, сидит, не выходит из головы». Вот этот случай был такой. Вот. Потом, значит, мы с ним записали. Но эту песню уже и Пугачева пела, я знаю. Это было позже. Эту песню спела Света Дидоренко, москвичка. И, ну, так сказать, для детской редакции. Вот сделали ее, все. Валера записал ее так, как будто, так сказать, говорит: «Я писал не о цирке, я писал, куда ушло все». Вот он, вот да, этим драйвом он эту песню и создал, по сути дела. Вот. И я, когда он записал ее, я позвонил бабушке и сказал: «Бабушка, я написал великую песню». Вот я когда услышал ее со стороны, я сказал, я написал, ну, то есть, ну, понятно, что великая. Это, так сказать, очень громко сказано, пафосно. Но, тем не менее, вот такая фраза была сказана. И, как сейчас помню, мы после записи этой песни поехали к Вале Григоренко, значит, омывать успех и все прочее. И Валя нам, конечно, выдала. Она сказала: «Володя, а чего вы хотите? Это песня слизанная». Я говорю: «Откуда?» Она говорит: «Как джентльмены удачи. Пара-да-ра-да-да-та-та». На глазах начал из Валеры выходить воздух, как из проколотого мячика. Он серел, потому что он был счастлив. Все такое против. И Валя: «Та-та-да». Я говорю: «Валя, так подожди, у меня куда уехал цирк? Он был еще вчера. И ветер не узнал». Она говорит: «Так похоже. Ка-та-да-ра-т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 а
А когда он приехал обратно, уже песня звучала. Песня его догнала. Я даже не понимаю, каким образом, но она звучала, как говорят, из унитазов, из форточек, из чайников и так далее. Тогда это делалось без всех этих ротаций, за которые платят сейчас, чтобы там увидели свою полуголую исполнительницу. Радио, маяк, и у Николаева утренняя почта, и все. Нет, так в утренней почте, понимаешь, там был Лапин, который не пускал Валеру. Валера считал себя чемпионом Советского Союза по вырезаниям. Да. И для того, чтобы эту песню попробить, специально сделали целый выпуск утренней почты про цирк в Москве. Сделали, он там мелькал, он там, кажется, был клоуном, он там был что-то еще, он там крутил какие-то ширы, что-то еще. И Лапин, когда посмотрел, ну клоун, ну тогда ладно, пусть будет. Это был один из первых его таких серьезных эфиров, потому что до этого он только, по-моему, исполнил две песни Тухманова. Тухманова, «Ненаглядная сторона». Да. И, кстати, я всю жизнь жалел, что Валера не продолжил с ним, потому что Тухманов – это был его композитор, не Паулс, не тем более там да, дальше Гарнизовы, все эти самые. Даже там, так? «Милый друг». Конечно, да. Потому что Тухманов работал
на уровне это подсознанки, на уровне камлания, шаманы, все дела, понимаешь, вот эти вот самые гортанные, он чувствовал Валеру, не зря он его вырубил, так сказать, из жизни, не давал ни с кем работать в течение года. Почему прервалось, я не знаю, мне кажется, что виновата все-таки свита, что вокруг каждого, так сказать, вокруг каждой котлеты есть свой гарнир, который, так сказать, старается через какое-то время уводить оттуда. А как Пугачева спела «Куда уехал цирк»? Все-таки Валера исполнил. Это было так, кстати говоря, после того, как спела Пугачева, мне только ленивый не плевал в лицо. Я скажу честно. Хотя эта песня в ее исполнении крутилась в анонсах новогодней, самое, цирк на Цветном бульваре. Все Гинзбурга, да. Да. Настолько все были под впечатлением Леонтьева, а Пугачева спела легче. Она, так сказать, причем она еще сделала такой финт. А, значит, тогда как раз это совпало с очередной волной еврейской эмиграции. И в Москве написали, значит, новый текст и крутили в кабаках. Куда уехал Марк? Вчера еще Иван. Как удалось ему так быстро выбить визу. Никто не знает где, никто не знает как. Иду спросить об этом тетю Изу. И, значит, когда Пугачева, она перед этим еще там что-то такое разговаривала с Киевом, потом она сказала так, она сделала паузу и сказала генерал, говорит, уехал? И все стало сразу ясно. Каждый подумал о своем дяде Марике, там, дяде Йозе и все такое прочее. Все. И после этого она пела песню «Куда уехал цирк», все понимали прекрасно, о чем идет. Кстати, это, по-моему, единственная песня, которую спел и Леонтьев, и Пугачева. Так что в этом плане. Потом пошла волна такая, уже пошла паромщик, эра. Паромщик еще был. Паромщик разве пели? Да, да, и она, и он. Вот. А потом пошла волна такая, не дай бог, ты споешь мою песню, это моя песня, это твоя песня. Ну, и все разделились. А когда-то пели все одни и те же песни, причем и ценили за исполнение. Магомаев мог петь вместе с Гуляевым, Гуляев вместе с Богатиковым и так далее. А потом. Кобзон пел вместе со всеми. Вместе со всеми. Кобзон пел. Ох, мне Богатиков когда-то рассказал, не знаю, нужно тебе это или нет. Случай, который, значит, произошел с ним и с Кобзоном. На правительственном концерте, значит, объявили, значит, а Кобзон сидит за столом. И объявили номер Богатикова. И все, значит, посмотрели, и Богатиков начал петь. В это время Кобзон встает. И стоит. И все решили, что Кобзон скажет тост. И никто на Богатикова уже не смотрел. Все смотрели на Кобзона. Всю песню он простоял. Тот закончил, этот сел. Все, это Богатик говорит, я эту подляну не мог забыть потом несколько лет, когда на себя так потянул одеяло. Ну, у них же была такая, на одном поле собирали они, так сказать. Одни, да? Ягоды. Одни, да. Ягоды, да. Так что баритон и все, шикарный баритон, конечно, у Богатика был до сих пор, помню. Потрясающий. Редкий, да. Редкий баритон. Лирический, красивый, да. Вот я его вспоминаю до сих пор, вспоминаю Гуляева. И человек какой мощный был, да, Богатик? Мощный человек. Ты знаешь, вот я как-то вот говорил у него, так сказать, был концерт в его памяти, и я, дали мне слово на банкете. Я сказал, вы знаете, что Богатиков представлял себе весь Советский Союз как большую свою квартиру. А вот когда потом появились коммуналки, ему стало ужасно некомфортно жить. Когда, так сказать, разделилось все это, так сказать, на страны, и он поэтому, и, так сказать, вот он не нашел себя в этой новой реалии. Он жил себе в Крыму и уже, так сказать, он допевал. Леонтьеву вы написали много песен. 27. Да, огромный цикл. А какие самые, на ваш взгляд, лучшие песни? Как вам с ним работалось? Одна из лучших песен – это «Старый город в ритме дождя». На стихе Александра Вартарева. Ее мало кто знает. Одна из лучших песен. Напойте ее чуть-чуть. Помнишь, после уроков шли без дороги, с вами бродил теплый дождь, что-то... Опять же, шаманская такой, Валера там просто был. Она возглавляла хит-парады достаточно долго в Питере. Угу. Питер это вообще был более, так сказать, его город. Валеркин город. Да, да. И остается. И остается, да, вот это его зал, все такое прочее. Вот, было, почему у нас, так сказать, многие песни не раскручены. Он, например, хотел сделать всесоюзную премьеру песен из фильма «Последний довод королей». Ну, тут был Ахмакевич, который, так сказать, сказал, а ну, давайте покажите мне, что это за песни такие. И когда говорят, ну, это вот кантри, знаю я эти ваши еврейские кантри. Значит, давайте это выбросим. А потом Валеру уж хотели снимать вообще в этом фильме. И он был уже счастлив, хотел сделать премьеру. Все это дело порушили, часть песен выбросили, так сказать, такое. Вот, и поэтому песни как-то ушли никуда. Хотя Валера в них раскрылся очень серьезным, это очень таким, будем говорить, многогранным, что ли, певцом, то, о чем потом он эту линию просто не продолжил. Но он перешел на балет, он перешел на яркость, на шоу. «Кто из нас виноват?» «Виноваты мы двое», прекрасная, да. Песня тоже. Это стихи Наума Олева, очень неслабого поэта. Да, очень, конечно. Неслабого. Вот, и там философия есть, там есть второй, третий план. Там в этом Валера был... Он же по натуре артист.
Он, в принципе, всегда мечтал сняться в каком-то фильме, все, мечтал сыграть Христа. Такие вот дела. Так что в этом плане просто это тоже человек не раскрытый до конца и человек, не исчерпавший все свои возможности, собственно говоря, как и Коля Караченцев. С Малининым вам хорошо работалось? С Малининым? Я скажу такую вещь, что Саша Малинин человек непростой, но... Во-первых, но и несложный. Ну, и несложный, понимаю. Но я с ним по латыни не изъяснялся. Я хочу сказать, что первая песня, которую мы с ним записали, просто на ура прошла. Это была «Неприкаянный», «Это я, Господи», «Это я». Вот. И он слушал просто меня на записи. И когда я применил такой прием в конце, когда уже все, так сказать, краски были исчерпаны у нас, да, а оставался еще один куплет, он говорит, ну, а что теперь здесь? А я говорю, а как хочешь. И вот это была такая стрела, которая вдруг, так сказать, выпущена была мощно, и он запел так, что я не слышал вообще так никогда, как никогда он пел. И эта песня, она тоже, она легла куда-то в стол, хотя он там снял какой-то клип, все такое, она ушла. Очень хорошая вещь. Да. А вот на следующей записи «Леди Гамильтон» я его немножко пытался, так сказать, в свое русло вправить. Он говорит, Володя, да что ты сам суетишься? Смотри, вон девочки сидят просто кипятком от этого всего дела, понимаешь? Значит, хорошо идет. А он ее записал первоначально. Он первоначально записал как вот в стиле песен времен Неппа. Угу. А это было немножко не то. Это была такая лирическая басяцкая песня должна была быть. Коля Караченцев точно ее записал. Но что хочу сказать, что Саша Малинин, он ее всегда поет в концертах. Всегда, кстати, спасибо большое, он объявляет автору. Это очень большая редкость. И он ее отшлифовал. Он ее сейчас поет куда лучше и куда ближе к первоисточнику, ну, к тому замыслу, чем он записал ее вначале. Вот так. Так что, и вообще он в последние годы он прибавил настолько, что я когда-то был на его концерте, он был в Киеве, последний концерт, я сказал, Саша, ты знаешь, ты раньше как-то старался, а теперь ты вот так вот берешь вот пальцами, делаешь, и все понятно. Ты понимаешь, ты перешел на уровень, на такой уровень полутоновый четвертонок, что тебя невероятно интересно слушать. Я никогда не был комплиментчиком. Если я говорю, значит, я это чувствую сердцем. Вот я ему так и сказал. Вы много лет и работали, и дружили с Николаем Караченцевым. Да. На чем строилась ваша дружба? Вы похожи или наоборот? Вот ты знаешь, я не могу сказать, похожи мы или наоборот. Ну, два таких рубахи парня. Да. Я вот что хочу. Да, ну, так если, допустим, он мне звонит какой-то из Владивостока в 4 часа ночи и рассказывает анекдот, который я ему рассказал за 2 недели до того, потому что там у них уже день. И мы начинаем трепаться, трепимся по полтора часа. Ну, наверное, как-то да. Мы с ним очень интересно познакомились, конечно. Это был тоже такой случай. Это у меня в книжке есть баек. Я приехал в Москву, причем так я прилично дрожал, потому что предстояла работа, значит, с Караченцем, с Ниёловой, с Плятом, с Фарадой, с Васильевой. Это был мультфильм «Алиса в Зазеркалье», фильм Пружанского. Я написал песни. Причем, как я понимаю, вообще для Ниёловой я написал такую вот песню, чтобы он так вот, как-то не учитывая, что она вообще до этого не пела. Вот. И, значит, а для Коли написал «Вел за корону смертный бой» и со Львом Единорог и написал песенку «Белого рыцаря». Ну, и Коля такой, приехал такой, да, он уже все после репетиции, он уже был известный, он уже был Хоакин Мурьета, еще не было Юна Ноевось, но уже его узнавали, значит, понятно, уже слава пошла, несмотря на то, что он ездил на ржавой шестерке, еще у него был, это был первый автомобиль, и он приехал с репетиции, я как сейчас помню, так, да, композитор, да, Владимир, хорошо, Владимир, да, а что это за нотка такая? Нет, этой нотки у меня сегодня нет, вот этой нотки нет, А вот эта нотка, вот эта вот, скончалась на репетиции «Царство и небесное». Говорит, стой. А это что за нота? Вы не композитор, Владимир, вы какой-то скалолаз, понимаешь? Я не знаю, как это петь. А я вообще сижу... Он знал ноты. Не, он знал ноты, конечно. У него был аккомпаниатор, все, Володя Комоликов шикарный. Они уже ездили, там полным ходом давали концерты. И Коля к этому относился очень серьезно, к пению. Это была его вторая, так сказать, стезя. И... Я так зажался, ну, из провинции пацан приехал впервые, все понятно, тут такие авторитеты, и Ниёлова пришла вся в соплях и в слезах, ее обворовали как раз, из арбатской милиции она пришла на запись, тоже с ней возились, но дело не в этом. И я тогда говорю, Николай Петрович, ну, если эта нота скончалась, царство небесное, то, что мы тут с вами делаем? Да, давайте я втихаря сам запишу, а вы распишитесь в ведомости. Я не знал, что я наступил на самую больную, так сказать, его базоль, называется «Кураж».
Короче, через 5 минут нашлась эта нота, которая, значит, не было, которая скончалась в Царстве Небесное, и даже которой не было вообще в природе. Все нашлось, потому что появился кураж. Я понял, что, так сказать, здорово. Но у меня в мыслях не было, что мы как-то с ним задружим. Он меня отвез на своей ржавой шестерке на вокзал. Он в этом плане очень человек щепетильный, очень человек предупредительный такой. Ну, я не знаю, подобных людей вообще не встречал. Вот в такое качество, чтобы оно было. Пацан какой-то приехал из Киева где-то, что-то еще. Он все-таки так, уже премьер театра. Вот. И потом, спустя какое-то время, когда у меня возник этот замысел цикла с Володей Гацуленко «Дорога к Пушкину», я почему-то из трех кандидатур, Леонтьев, Малинин и Караченцев, я почему-то выбрал Караченцева. Вам с ним было комфортно? Нет, нет. Поначалу нет. И он тоже был... Я записал демку, приехал к нему. Он говорит: Володя, ну извините, говорит, я человек, вот я хрипатый, сипатый, пожалуйста, там человек с бульвара, там капуцина или там что-то еще. Эти вот такие, там треск, который лопнул, ковбойские песни, ну это романсы, у меня не получится. Я говорю: Николай Петрович, что-то у меня такое вот где-то там сидит, что может быть, а? Он говорит: ты хорошо записал, сделай авторский диск. В общем, короче, я его как-то уболтал, я даже не знаю почему. Он учил очень добросовестно, учился своим аккомпаниатором, выучил все ноты, он приехал в Киев. Мы с ним записали роскошно, с одного дубля песню «Смейся, паяц» на стихи Вратарева, такую острую политическую песню, такую про паяца, которого там убили, он там правду там, ну, на раз. Я говорю: о, Коля, класс, о, то, что надо, давай сейчас романсик. И самый легкий подобрал романс ему, который назывался «У цыганского шатра». И Коля спел все ноты, спел все, все чисто спел. Это была мертвая музыка. Это были мертвые стихи. Ничего здесь не отзывалось, ничего не здесь не отзывалось. И мы начали... Он вдохнул туда, да? Нет, он не вдохнул. Он так и спел. Это была мертвая музыка, мертвые стихи. Он пел ноты, он пел правильно, он пел все. Это было ничего, я просто не узнал. Я говорю: Николай Петрович, понимаете, цыганский, ай, ля-ля-ля-ля, ай, дыны, там все, коня. Он говорит: ну я пою, ну понимаешь, как-то... И он просто, как говорят, не вкурил эту тему. И мы начали мы с ним, это страшные были 2 часа, потому что я сидел на глазах, поэт ушел домой, напился там, потому что он понял, вызвали такого жирного, так сказать, актера из Москвы, приехал, все, а тут ничего не получилось. И надо знать Колю, Коля не привык отступать. Он, если уже за что-то брался, он добивался до конца. В этом плане у меня позже было такое, когда я засыпал на записи, от усталости падал, а он пел, продолжал. И вот, значит, он говорит: ну, Володя, ну что делать? Ну, вот осталось там где-то 1,5 часа до поезда, все. Ну, иди, говорит, тогда в это самое, я попробую дублик один вдогонку. Он спел дублик вдогонку, я начал слушать, и вдруг одну нотку я увидел. Одну, честную нотку. Одну. Я говорю: стоп, Николай Петрович, о, слышишь, вот это вот, да, вот это. А, еще одна, о. И он сразу понял, о чем идет речь. Сразу. Он понял весь формат моих мыслей, он понял весь формат моего представления о музыке, об этом всем материале, обо всем. Он записал легко. Это было после 2 или 3 часов такой записи кровавой, когда он пел ноты, пел все. Вот не было вот этого. Боженька оттуда не посмотрел. Все, и потом пошло. Вы с ним много ездили, да? Гастролировали? Да. Много ездили. Мы ездили в Прибалтике, в Казахстане, в Новой Зеландии, в Америке были, и в Израиле были, и в Австралии были. И много ездили и в России, и по Украине. Комфортно ездили. С ним было? Хороший очень, человек он? Очень, очень комфортно. Он человек, который, ну, как сказать, он рубаха-парень. Но я знал прекрасно, что есть какая-то вот такая грань, дальше которой он к себе не пускает. Как человек очень высокой культуры. Вот здесь было где-то стекло, за которое он пускал очень немногих. Очень немногих. Я не пытался туда где-то пробиться, хотя у нас были очень разговоры доверительные. Очень, и были ситуации очень доверительные. Я многое о нем знал. Многое знал о нем, собственно говоря, из таких вот вещей деликатных. И он много знал обо мне, потому что мы как-то вот были на одной волне. Вот, и даже у нас были даже споры, причем были споры такие, когда он не мог понять, в чем дело, потому что я работал только от интуиции, у него была школа могучая, Захарова, все. Да. Я говорит, я не могу понять, что ты хочешь, Володя. Но с ним было работать, знаешь, в чем хорошо? Вот я ему мог сказать: Коля, ты знаешь, вот ты поешь так, как будто это произошло сейчас. А ты спой так, как будто тебе сейчас где-то лет 60, и ты старый зэк, и ты вспоминаешь то, что было тогда, но оно тебе еще до сих пор вот здесь вот... саднит. И он это делал.
Он, вот это была работа на таком уровне, над образом. Полутона такие, да? Да, когда мне говорят, почему вот вы с местными, так сказать, мало пишете там зерками эстрады и все такое прочее. Я говорю, потому что это в основном вокалисты. Uh-huh. А это, говорю, человек с понятием о слове прежде всего. Uh-huh. У нас была совершенно шикарная история, когда мы записывались уже в Бургундии. Писали этот цикл романсов. И был романс, который назывался «Анна Керн», только под одно фортепиано. Он вдохновенный, такой все когда-то было, как будто вчера, вновь сердце забилось неровно. Что это, что? Увлечение, игра. О, Анна Петровна и так далее и тому подобное. И он спел этот дубль, еще один дубль, еще лучше. А потом говорит, а хочешь, я тебе сделаю сейчас пародию, самопародию, которая будет называться «Анна Пердовна». Я говорю, как Анна Пердовна? Она говорит, вот такой старичок, такой пердак такой, знаешь, лет 80, который вспоминает. И он вдруг спел, у меня есть эта запись. Говорит, когда же это было? Как будто вчера вновь сердце забилось неровно. Что это? Что? Увлечение? Игра? Он сделал это настолько самопародию на то, что он только что вдохновенно спел. Я понял, что ну, так это невозможно. Я до сих пор жалею, что Коля себя не раскрутил как певец. Потому что обладающий значительно скромным вокалом Миша Боярский, он на этом сделал себе карьеру. Даже вот в этом за концерте он получал больше, чем Коля. У Коли был совершенно потрясающий тембр, который он прокурил. Да, тембр. Поначалу у него был тенор такой, все, там в старшем сыне, ну что там говорить, да. Тенорком таким. Потом он его хорошо прокурил. Просмолил. И вот мне когда-то был человек, который очень много жил во Франции, и он сказал мне, вот до сих пор фраза говорит, на Западе нужен только неповторимый тембр. Если у тебя шикарный голос, но ты кого-то повторяешь, там все, у тебя нет шансов пробиться дальше, так сказать, ресторана. У Коли был совершенно неповторимый тембр, который можно было узнать закрытыми глазами, да, ночью. Да. Это было, мы как-то с ним идем 4 часа утра, а у нас, так сказать, смена часовых поясов, Мельбурн, никого нет, какой-то туман, все такое прочее. Мы идем, что-то разговариваем, и какой-то ханур идет навстречу, нам вдруг говорит, Петрович, привет. Что за история была, когда вы его гонорар оставили в такси? Это очень длинная история. Это очень длинная. Это мы улетали из Австралии и, конечно, перед этим, значит, немножко посидели. Но нужно сказать, вот я сейчас маленькая ремарочка, что в день концерта, ни капли пива, ни капли вина, ничего. У него какой-то был в жизни случай, когда он очень здорово поплатился. Один был период, когда они бухали, и в день спектакля бухали, это было еще до Захара. И потом какой-то был у него стресс жуткий совершенно. И вот, ну, после можно было, да. И вот мы чуть посидели, у нас потом с утра были таксисты хорошие, значит, у меня был Миша из Днепропетровска, у него какой-то тоже там был Сережа, все прочее. И мы, значит, загрузили вещи, и он загрузил, я загрузил свои вещи, он загрузил свои вещи, значит, и, ну, а машины мы поменялись, как так получилось, зацеловались, там что-то еще. Он поехал в моей машине, я поехал в его машине. И вот, когда, значит, мы доехали до аэропорта, значит, я выгрузил то, что было в салоне, значит, и стою, значит. И он выгрузил все мои вещи. Он говорит, Володя, а уже машина, и уехала. Говорит, Володя, а ты в багажнике ничего не смотрел? Я говорю, нет, ну, все же. Я чувствую, у меня что-то холодное заползает за воротник, и я понимаю, что там было. Он говорит, ну, там еще по мелочам было весь мой гонорар. Гитарка вышла за 8 тысяч долларов, там костюмы, все такое прочее, и билеты на самолет. Кошмар. Это был такой кошмар. Я сразу рванулся за такси. Уже такси не было, а 10 миллионов живет в этом Сиднее. Я понимал, что оставаться я не мог. Я провалился бы сквозь землю. Чудо произошло просто. Потому что уже Коля понимал, что у него срывается через день спектакль «Юнона и Авось». А это было смерть. Невозможно, да. Нет. Только смерть артиста или болезнь такая, при которой, так сказать, не может под пальцем двинуть. Это все. Все остальные причины Захаром, как говорится, всегда отметать. Вот. И чудо произошло, потому что на перекрестке Миша мой из Днепропетровска решил поставить, что у него в багажнике. Он вернулся. Я целовал ноги, я целовал асфальт, я бился головой об стенку. Ну, на этом все дело не закончилось, потому что дальше я пошел тарелочку покупать. Это я научился у его жены, Людмилы Андреевны, покупать тарелочку, а Коля пошел за мной. А обратно его уже с кофром, где были все деньги, были все билеты, не пустили. Вот. И решили, значит, мы, чтобы это самое дело, что мы сдадим в багаж. Коля говорит, а почему, как в багаж мы сдавать, когда там в Шереметьево сидят, это же просто воры там сидят, они же распотрошат весь наш багаж. Я говорю, Коля, нормально, все в этом самом, это уже, я уже отошел. Хорошо. Да. И так далее. В Сингапуре, значит, все будет нормально, а в Сингапуре багаж сдали в раздел «Забытые вещи».
Я начал пробиваться туда. Ну, это история, у меня в книжке все это записано. Много денег было там? Ну, весь его гонорар. Ну, сколько? Я не знаю. Ну, я знаю, ну, тысяч, наверное, 20, может быть, долларов. Ну, австралийских долларов. Ну, там он получал немного денег. Он получал, так сказать, меньше, чем заслуживал того. И в результате достали эти деньги? Ну, я пробился через все. Я пробился в ту зону, куда не пускали никого. Я, ну, это было все. Потом я вышел и сказал: Коля, с тебя бутылка. Еще мне хватило наглости. Как сейчас Николай Петрович? Как сейчас Николай Петрович? Значит, Николай Петрович приезжал, вот его НТВ привозило, когда здесь была вот эта самая заваруха вся на Майдане. И он тогда лучше двигался и уже лучше соображал немножко, собственно говоря. Потом у него был в Москве на 70-летии. И так мы перезваниваемся. Ну, у него разрушен голосовой аппарат. С ним почти невозможно общаться в этом плане. Потому что он понимает прекрасно, что не может поддержать. Но он понимает все. Он знает, кто это приехал. Он все понимает. Вот маленькая такая деталь. Вот он на книжке, которую он выпустил, да, и там две главы посвящены, так сказать, нашим всем дружбе, так сказать, и нашим концертам. Я говорю: Коля, напиши мне, что... Он мне написал: папа, спасибо за совместные труды. Папа – это была такая кличка, которую, так сказать, он усвоил еще от моих девчонок, от Альтаны, которые с нами тоже ездили. То есть он юмор понимает, он сидит, допустим, в концерте, допустим, я ему пою «Леди Хамильтон», показывает, нормально все, давай. Ну, вот. В этом плане они даже с Людой обсуждают театральные постановки, что-то еще. Но он стал капризный, конечно, он стал, ну, болезненный стал, потому что организм начал разрушаться, это естественно, у него и с движениями плохо. Но здесь, на Майдане, я его возил на Грушевского на коляске, он захотел посмотреть, что это такое дело. Я говорю: давай, вези туда меня, давай. И все, туда повез. Мне в руки целовали люди. Форгина героическая женщина, на ваш взгляд? Да, да. Она выдерживает на себе очень много, так сказать, негатива, потому что та же Пугачева отказалась участвовать в концертах. Тут же Марк Захаров очень неодобрительно относится к тому, чтобы лишний раз, так сказать, Коля, это был на каких-то... Почему? Ну, они считают, что инвалида не стоит показывать на праздниках. Не стоит, так сказать, светить человеком, который, так сказать, стал, потому что все его помнят же красавцем, все его помнят, так сказать, человеком с бульвара Капуцинов, да? Вот, таким ковбоем лихим. Но я скажу такую вещь, что она Коле как бы дала вторую жизнь, потому что Коля бы так бы захерел, как захерел Сеня Фарада. Он был дома, ему там сделали операцию, которую не нужно было делать на бедренном суставе, он перестал ходить, и все о нем забыли. Все о нем забыли, а здесь все-таки Колю помнит, Колю знает, Коля возглавляет жюри конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Вот, Коля ездит, и, так сказать, он даже отснялся в кино. Вот если это «Белые росы 2», и он там сидит, правда, ничего не говорит, да, ну, даже так его отсняли. В этом плане, чтобы он, так сказать, был, чтобы у него в фильмографии была такая вот маленькая роль эпизодическая. Ну, конечно, я хочу сказать, что самое страшное для Коли было тот момент, когда он пришел в себя после комы, потому что он понял, что с профессией все. А для него профессия – это даже больше, чем жизнь. Потому что это был работоголик. Я не знаю, таких подобных я вообще не видел. Наверное, есть. Миронов, наверное, был такой работоголик. Но с Мироновым я знаком был очень шапочно. Так сказать. А вот Коля, у него постоянно были сценарии. Он постоянно сидел, он с чем-то еще. Все остальное было у него на заднем плане. Он жил этим. Он жил этой работой. Вот у него не было рабочего дня, у него не было каких-то рамок, у него не было времени для отдыха. Если была какая-то интересная работа, он хватался за нее просто как собака за кость голодная. Вот такой человек. И очень обязательный. Он очень обязательный в дружбе был. У меня была масса случаев, когда он просто, как говорится, преодолевал себя. Потому что когда он забыл мои билеты на Канары, и это вся отдельная история была. Это рассказывать и рассказывать. Забыл почему? Значит, он должен был ехать в Киев. Должен был ехать в Киев, значит, ну, его должен был везти там соседский сын и все такое прочее. Ну, Коля поужинал, значит, и принял, потому что в дорогу ехал, как полагается. И когда они доехали до вокзала, он вдруг вспомнил, что он забыл для меня билеты на Канарские острова. Это впервые я тогда поехал туда, все. И он вернулся обратно, уже зная, что поезд ушел. Вернулся обратно, забрал эти билеты. И потом он говорит парню: давай топить на Калугу. И они выскочили на первое КП. Шмар. На первое КП. А был, значит, гололед. И он спросил, Коля спросил у офицера, говорится, у милиционера, говорит: сколько до Калуги? Он говорит: ну, говорит, в хорошую погоду по сухому асфальту я за полтора часа могу доехать. Но где-то 120 идти. Коля говорит: сынок, садись назад.
сел за руль сам и по гололеду, он доехал за час 15, они приехали раньше, чем пришел поезд. Вот в этом проявляется... Кошмар. Когда мне Коля сказал, я говорю, Коля, а ты не подумал о том, что я лечу-то через Москву, там же написано, что Шереметьево, Гран-Канария? Он говорит, да, говорит, я ему говорит, мудак, говорит, полный, говорит, но зато какой у тебя друг. И он был прав, 100%. Я знаю, что вы открыли Наташу Королеву в свое время. Нет, я не открывал Наташу Королеву. Наташу... Ну и не закрывал. Нет, не закрывал. Наташа Королева – это была девочка редкой трудоспособности и редкой красоты голосом. У нее был очень звонкий голос, очень сильный. Мы немножко с мамой Людой, которая Люда Быстрик, и которая была со мной, так сказать, моя одна... У вас отношения были? В школе занимались. Нет, мы с ней в школе занимались. Она была только двумя, по-моему, классами старше меня. Я ее знал давно. Она крутила голову, она такая была обаятельная совершенно. Мы ее потом называли «Мама Люда» всю жизнь. Вот. А, собственно говоря, мне как-то привели, и меня поразило то, что был у нее хороший очень голос. И мы с мамой Людой ее спилили, этот голос. Потому что был период мутации, а пошли концерты, Дворцы спорта, София Ротару, там это все. Она пела мои песни, в том числе и «Куда ехал цирк». И она спилила голос. У нее сейчас, так сказать, голосочек такой достаточно ограниченный. Там октавка, она больше и не тянет. Но, по сути дела, ее открыл, конечно, Игорь Николаев, естественно. Ну, к Николаеву вы ее привели или нет, мама? Нет, мама. Мы с ней съездили в 89-м году, это была программа Peace Child, совместно советско-американская программа в Штатах, которая заканчивалась моей песней «Мир без чудес черно-бел». Хорошая там, песня. Да, сегодня. Наташа там запевала еще своим голосом таким уже все. И потом мы приехали, я как-то так вот, то ли я как-то охладился, то ли что, я не знаю, вот как-то к сотрудничеству. Ну, всему свое. Вот, мама Люда упорно, так сказать, продолжала заниматься Наташей. Они где-то ночевали по подругам, там какие-то редакторы, все. То есть, они пробивались честно, они пробивались, так сказать, не через постель, как говорят, а пробивались честно. И, так сказать, вот и там она в Москве перешла дорогу дочке Аллегровой. Дочка Аллегрова должна была, так сказать, у Игоря Николаева быть фронтменом, так сказать. Она вот. Хорошо пела? Ну, пела, как пела. Нет, она была дочка Аллегровой. Да, дочка Аллегровой она была. Вот это я знаю, что Наташа перешла ей дорогу. И, собственно говоря, Наташа, благодаря тому, что она трудолюбивая такая сама, тут она тоже... В этом плане вот такое вот все. Недавно женился 80-летний, потрясающий человек и актер Армен Борисович Джигарханян. Я знаю, что вы тоже с ним дружите и сколько записывали вместе, да, всего? Я с ним подружился, познакомился на острове Сокровищ. Угу. Причем, знаешь, тогда был у него такой... Вот мы так сказать, познакомились, там все, поработали. И потом у него было тогда страшное горе, потому что у него дочка задохнулась в автомобиле. Да. От угарного газа в тот период. Да. И это тоже, говорится, наложило какой-то свой отпечаток. И мы как-то начали дружить, вот как люди тянутся друг к другу. Вот он, я помню, как он меня знакомил уже, значит, с Сашей Абдуловым, с которым я уже до этого был знаком уже там, и на тусовках мы где-то были, и все такое прочее, там, с Борькой Красновым. И Армен Брезерович, это замечательный композитор. Саша, познакомься. Мы с Сашей познакомились, чтобы не обижать Армен Борисовича. Хотя до этого там с тусовки были, с девчонками, со всеми. Но познакомились. Он рассказал. Он ко мне очень с уважением как-то всегда относился. Вот, Армен Борисович. И он единственное просит, чтобы не называть Армен Борисович. Армен просто. Вот Армен. Вот. Он меня в Москве научил, например, есть хаш по-настоящему, действительно. Он меня познакомил с таким чудесным напитком, как водка тутовка. Вот. Вообще, в принципе, это человек, с которым очень комфортно бывать компании. И вот он любит, чтобы я готовил что-нибудь. Я готовлю, он где-то написал в каком-то своем интервью, что я люблю приезжать в Киев, есть салаты Быстрякова. Вот когда он был последний раз в Киеве, он снимался где-то, играл старого турка, вот, нас было человек 10. Я заготовил такую выворку такую вот, да, салата. И мне сказали, Володя, ты что, думаешь, мы здесь будем сидеть до Нового года? Я говорю, обождите, поговорим через час. Через час мне сказали, там салатика не осталось, Володя. То есть выворку такую салата умяли. Есть такие рецепты хорошие. Вот, так что... Когда у меня были проблемы со здоровьем, это был 14-й год, он мне очень здорово помог, конечно, и он, и Виталина. И знаете, вот если сейчас говорят, что вот... Наш киевлянка, да? Киевлянка, да. Она киевлянка, она пианистка очень хорошая, заканчивала Киевскую консерваторию. И, кстати, с моей пьесы она заканчивала, выпускной играла. И это было, так сказать, знакомство не было давно, и была давно у них дружба, и давно были взаимоотношения. Это, так сказать, для людей, их знающих, это совершенно, так сказать, все естественно и ни для кого
самого не является неожиданностью. Я даже больше этого сказал, что как это вы еще до сих пор, так сказать, не наградили свет своим потомством каким-то нерукотворным. Давайте не задерживайтесь. Вот. Она ему очень здорово помогла, когда он болел. У него уже был, по-моему, инсульт или что-то еще, он оставался совершенно одиноким. Это только так кажется, что такие артисты окружены там толпой чего-то еще. Одиноки, понимаете? На самом деле. На самом деле это публичное одиночество, которое очень здорово давит. И вот эта слава, она только подчеркивает вот одиночество людей. Она только подчеркивает это. Потому что, знаешь, для меня очень был такой, как-то в жизни, вот для меня и для моей Оли, был такой момент очень интересный, который мы запомнили с ней очень, очень ярко. Красная дорожка, где-то то ли Бердянск, то ли Мариуполь, то ли где-то вот юг какой-то, и мы идем по толпе, которая беснуется буквально, мы идем так, она на улице стоит, корреспонденты и все такое прочее, мы проходим эту дорожку, выходим на улицу. Все заканчивается. Вот же улица, вот же здесь. Вы бесновались. Темнота. Какой-то человек прошел. Ты стоишь, смотришь. Елки-палки, ты только что был в лучах прожектора. Оно настолько бьет по мозгам. Вот эта вот смена, да? Как такая в жизни. Резкая. Все как в жизни. Все как в жизни, да. Я хочу сказать, что нельзя привыкать к тому, что ты где-то популярный, что ты где-то к тебе подходит, там, допустим, фотографируешься. Это все настолько временные какие-то дела. И слава богу, что вот эта, так сказать, известность пришла у меня только с золотым гусем. Потому что если бы она пришла в 20 лет, я бы, наверное, загордился. Но я тогда был известным человеком. Я был лауреатом международного конкурса, там, гран-при привез. Не Бендержи Хасметан. Бендержи Хасметан. Но это было вот узко, так сказать, узколокально. Меня знали там музыканты, знали кто-то. А так, чтобы, допустим, подходили, как-то было в Каменец-Подольске, я вел там свадьбу. 300 человек гостей со мной, так сказать, за 2 дня успели сфотографироваться, а половина из них, дыша перегаром, значит, самогонкой и чесноком, еще и успели рассказать мне анекдоты. После чего анекдоты уже возненавидел, и их, так сказать, полгода не мог вообще терпеть. Но, тем не менее, ты понимаешь прекрасно, весь этот адекват. Это хорошо, очень хорошо, ты нужен людям. Слава Богу. Они к тебе, так сказать, да, вот можете с нами посидеть, там вот сейчас вот были в Египте, все. А можете с нами, там борщик, вот мы приготовили борщик для этого самого. Сделали, позвали меня. Вот у них больше такое, видите, а вот мы сделали там на кухне, вот попробуйте все. Ты понимаешь, что ты им, так сказать, нужен, и главное, им импонирует твое творчество. Кому-то песни, кому-то твои политические взгляды, кому-то твои шутки, анекдоты. По-разному бывает, правда?